Джек Дрискол. Ладно, не подходите близко к телу. Где он сейчас? Нет, скажите своему мужу не приближаться к подозреваемому. Нет, не приближаться к подозреваемому. Он может быть опасен. Я приеду через 5 минут. В одиночку. 4-й сезон, 1-я серия. Потерянные мальчики. 1-я. Ты мне здесь нужен немедленно. Смерть при подозрительных обстоятельствах. Соседи обнаружили подозреваемого. Джек, мне долго добираться, и знаешь ли, я вроде как занят. Приезжай как можно скорее. Вызови скорую. Ладно, ладно, уже еду. Полиция приехала. Смотрите, он там! Томми! Вон он, давай, пошли! Он умер, да? Да, умер. Оставайтесь тут, ничего не трогайте, скорая помощь уже выехала. Мои сыновья, они побежали в лес, вон туда. Я вернусь за вами. Вылезай оттуда. Думали, поймали меня, да? Ну давайте вперед. Ты убил старика, мы тебя видели. А я думал, вы родки незрячие. Это ваш отец там? Идите. Он поранился. Убийца. Да я вас не боюсь. Проклятие. Один из ваших? Да. Останьтесь с ним. Симус Девлин. Ты с ним знаком? Нет, а ты? Нет. Доктор уже уехал? Да, какой-то срочный вызов. Что он сказал? Инфаркт. Диагноз он не подтвердит, пока не получит отчет о вскрытии. Вы его арестовали? Вы хорошо знакомы с мистером Девлином? Не особенно, он держался обособленно. Расскажите мне, что именно случилось? Мы все предвкушали барбекю, а потом увидели вон того парня, убегающего от дома мистера Девлина. Так что мы точно знали, откуда он. Вы подумали, что он из Боффорд-центра? Да, хочется верить, что их там учат чему-то вроде ответственности, но большинство из них как дикие звери. Кто обнаружил тело? Я нашла. Меня зовут Луиза Маллинс. Несчастный старик. Кому-то нужно взяться как следует за этих детей и преподать им чертовски хороший урок. Так вы именно этим собирались заняться? Он не в первый раз тут околачивается. На прошлой неделе вы поймали на краже в местном магазинчике. Сержант, эти дети уже давно нам доставляют проблемы. В конце концов, нечто подобное должно было произойти. Вы сообщали в полицию? Мы неоднократно просили мистера Маглинча держать их подальше отсюда, и ни к чему хорошему это не привело. А кто-нибудь видел, как он борется с мистером Девлином? Это я вам звонила.
Иначе он бы сбежал, насмехаясь над нами. Да, но кто-нибудь видел, как он бьет человека? Или даже рядом со стариком? Нет, он стоял у тела. Он на испытательном сроке. Это его последняя неделя с нами, и до сегодняшнего дня он неплохо справлялся. Я не верю, что он мог напасть на пожилого человека. Он бедовый, но не жестокий. Откуда ты, Рори? Лимерик. Он из Лимерика. Ну так ты расскажешь мне, что тут случилось? Вы уже звонили моему отцу? Отвечай офицеру, Рори. Вы сказали, что позвоните ему, там мертвец лежит. А я-то тут при чем? Я ни при чем. Рассказывай, что случилось. Мы заблудились. Кто мы? Он был в походе с двумя другими ребятами. Лемом и Коннором. Козлы. Послушайте, я отправился на поиски телефона, чтобы попросить о помощи. Они должны были держаться все вместе, таковы правила. Держаться вместе? Торчать на верхушке вон той горы, пока нас кто-нибудь не найдет? Так, хватит. Хочешь отправиться в участок и продолжать выделываться? Буду бесконечно благодарен помочь. Что случилось с Лемом и Коннором? Не знаю. Свалили. А ты пошел к этим людям? Просить о помощи? К этим людям? Вы прикалываетесь? Я пошел туда. Почему туда? Не знаю, выглядит намного дружелюбнее. И что произошло? Я постучал в дверь, а внутри никого не было. Тогда я отправился осмотреться вон там. А там лежал на земле этот старик. Он дышал? Не знаю. Не думаю. Послушайте, я собирался сделать ему дыхание рот в рот, но у него вокруг рта была пена, так что... А потом эти люди погнали за мной с криками и руганью, так что я убежал. С чего бы это тебе сбегать, если ты ничего не делал? Что, оставаться на месте? Да вы же их видели, они хотели меня убить. Во, почему бы вам не арестовать их, Рори? Он должен арестовать их за попытку убить меня. Увезите его отсюда, заберите его обратно в центр. Пошли. Я заеду поговорить с ним сразу, как только тут совсем закончу. Вы не думаете сменить вывеску на «У Костелло»? Я подумываю над этим. Как Кэтлин и близнецы? Они-то хорошо. Заходи. Знаете ли, никто из нас особенно не высыпается. Когда я начинал работать в полиции, тебя бы осмеяли за мысль об отцовском отпуске по уходу за ребенком. Говорю вам, вы вовремя шли в отставку. Откуда мне знать об этом? Мы не очень-то часто видим тут твоего шефа. О, он все еще обживается в своем новом комфортабельном жилище. Раньше я сетовал на завал на работе, но новый полицейский участок отлично нам подошел.
11 евро в неделю. А вы в курсе, сколько сейчас стоит моя закладная? А еще 2 лишних рта кормить. И представьте себе, сколько стоит детская двойная коляска. У Костелло. Вот незадача-то. А где именно вы сейчас? Ладно, подождите там. Я сейчас кого-нибудь пришлю. Максимум 20 минут. Никакого беспокойства. Пока. Не интересует небольшая поломка рядом со старой ремесленной школой. Платят наличными. Как раз по мне. Приветствую. Можете поверить, что машину сдали в прокат без домкрата? К сожалению, могу, и знаю состояние наших дорог. Нам следовало брать внедорожник. Могу вам чем-нибудь помочь? Все нормально, спасибо. Аварийка уже выехала. Простите, вы ведь не против? Это из-за униформы. Видели бы вы меня в фуражке? Кажется, ваша техпомощь прибыла. Быстро, однако. Очень расторопная помощь. Джек, я всего лишь помогаю этим добрым людям. Так по какому тарифу обслужить мистера Девлина? А я сейчас разговариваю с простым полицейским или заместителем начальника. Я еду в Бафер-центр, история парня не совсем сходится. Мог бы оказать мне услугу, покопавшись немного в прошлом нашей жертвы. Но у меня же дети. Всего лишь пара телефонных звонков. Эй, Финбар. Ты в курсе, что у тебя куча бракла в участке, который ты должен разгрести? Я избавлюсь от всего, как только мне выдастся свободная минутка, не волнуйся. Да мы ничего не делали, это Рори постоянно рыщет. Эй, там покойник вообще-то, а вы были неподалеку, когда это случилось. А теперь рассказывайте про себя и про Рори, и как вы заблудились. Мы не заблудились, мы хотели завершить поход. А Рори нужно было что-то другого, как обычно. А что ему нужно было? Мы не знаем. Нет, знаете. Да мы ничего особенно не делали. Проверяли кое-что, что он увидел накануне. Что? Трости вроде или что-то такое? Трости? Там был сарай, да, рядом с домом старика. Рори сказал, там полно ножей и тростей, и ему они понадобились? Нет, нет. Так вы его просто бросили? Да. Я сказал, вытряхивай. Ладно. Что еще ты унес? Ну так она никому не нужна, она валялась на земле и к тому же сломана. Я имею в виду внутри дома. Я никогда не заходил в дом. Я забираю его в участок. Думаю, он говорит правду, Джек. То есть, на него ведь ничего не указывает, да? Вот этого вполне достаточно, чтобы задержать его. Как это задержать его? Он не говорит правды. Да ладно, Джек, если ты ему сейчас предъявишь обвинение, ты знаешь, что его ожидает. Он окажется в суде, а потом его запрут, неделя не пройдет. Почему никто не признает всю серьезность произошедшего? Нет, я не могу позволить тебе забрать его. Дождись хотя бы, пока не свяжусь с его надзирающим в Лимерике, и дать ему возможность сочинить другую историю? У него есть права. Если ты заберешь Рори сейчас, у него не останется никаких шансов. Послушай, если маленцы видели, как он убивал старика, тогда арестуй его. Но они-то не видели. Да? Мне нужно, чтобы он, его надзирающий офицер, первым делом завтра с утра приехали в полицейский участок. А до тех пор следи за ним и держи подальше от остальных ребят. А есть какая-нибудь возможность заполучить криминалистов, чтобы они осмотрели место преступления? Да, но я и есть местная полиция. Ладно. Так что за история?
Рори продолжает все отрицать. Но там были разбросаны письма и бумаги по всему дому, так что в доме кто-то побывал. Искали деньги? Возможно. Я говорил с управлением, из-за подозрительного сердечного приступа нам оттуда не собираются никого присылать. И где парнишка сейчас? Ждет прибытия своего офицера по надзору из Лимерика. Так у него есть свой офицер? Да, я собираюсь первым делом вынести ему предупреждение. Посмотрим, заставит ли это его разговориться. Но тебе неизвестна точная причина смерти? Даже опознавание не производилось. Из того, что мне удалось узнать, он жил отшельником. Бывший преступник. Или душевно больной. Объясняет минимум информации о нем. Я этим займусь. Ты помнишь, что тебе все еще надо убраться наверху? Как поживаете? Привет. Здравствуйте. Если вы захотите оформить страховой случай, им обычно требуется одна из таких бумаг. Вообще-то я здесь не за этим. Это личное дело. Ваша мать зовут Этна Дойл? Этна? Да, но ее девичья фамилия была Дойл, но сейчас она Дрискол. Точно, отлично. Что ж, меня зовут Брайан Дойл, я считаю, что мы родственники. Сегодня в библиотеке мы поговорили с очень любезной женщиной. Так вот, она припомнила фамилию Дойл и подумала, что она ваша мама. Я не имел ни малейшего представления, что мой отец мог быть родом отсюда. Я никогда не слышал, чтобы моя мать упоминала брата по имени Шон. Мне рассказывали, что все ее родные уехали за границу, в Америку, Австралию. Что ж, это всего лишь предположение. Да, но вероятность вашего родства все же существует? Возможно. А женщина из библиотеки вам не рассказала, что школа проработала почти 50 лет? Оттуда выпустилось много мальчиков, и Дойла среди них немного. Думаю, было бы здорово, если бы Брайан выяснил, что он не сам по себе, что у него есть где-то родные, как и у любого человека. От семьи тоже многое зависит. Я все еще считаю, что сначала нужно позвонить вашей маме. Нет. Она любит сюрпризы. Мам? Да. У меня на самом деле был старший брат по имени Шон. Я никогда не слышал, чтобы ты его упоминала. И не услышал бы. Мне было 4 года, когда он уехал из дома. Помню, как ты однажды вернулась из школы, а его уже не было. Наш отец сказал, что он уехал в ремесленное училище. Я очень хорошо его помню. Он заходил в мою комнату очень рано и клал эту книгу в мои руки. Кстати, мне тоже было 4. Тогда я его видел в последний раз. Они кажутся приличными людьми. Да? Искренними. Что еще мне им рассказать? Я ничего о нем не помню, Джек. Ты должна что-то помнить. Мне хотелось узнать побольше. Мне как-то чужды все эти поиски родственников и выяснения, кто кому кем доводится. Не копайся в прошлом, если сейчас ты абсолютно счастлив. Каждый хочет знать, откуда он родом. Чтобы это выяснить, нужно заглянуть в свое сердце. Не хочешь им помочь, так и скажи. У меня сложилось впечатление, что он парень хоть куда, всегда себе на уме. А ваши родители в разводе? Нет, нет. Думаю, не было даже никакого судебного разбирательства, по крайней мере, со стороны моей матери. Знаю, ей пришлось нелегко тянуть все на себе. Конечно же, нелегко. Но она неплохо справилась, и мне лишь жаль, что я не могу ничего больше рассказать вам о вашем отце. И все же странно, да? Что он учился в школе так близко от дома, но никогда не навещал семью. Ты точно помнишь, что это была школа Святого Августина, да? Я была маленькой, Джек. Не имела ни малейшего понятия о том, что происходило. Школа принадлежала христианскому братству.
Уверен, у них там была жесткая дисциплина. Они были строгими, без сомнения. Они... Но среди них были и добрые люди тоже. У многих мальчиков появился шанс изучать ремесло и чего-то самим добиться. Но вы никогда не навещали Шона? В то время Ирландия была совсем другой. Совершенно иной, нежели теперь. У нас не было машины, везде надо было ходить пешком. Когда мы возвращались из школы, нам надо было помогать матери, а мальчикам надо было работать в поле, чтобы помогать отцу. Вашей матери, должно быть, было тяжело иметь ребенка в подобной школе, понимаете? Это жертва, на которую вы идете, когда хотите, чтобы их постигла лучшая доля, нежели вас. Много людей покинуло эту страну в поисках работы, в поисках будущего. Уезжали целыми семьями, ваш собственный отец осел в Англии. Простите, мне не хотелось вас расстраивать. Здесь разыгрывалось немало трагедий, вот что я хочу сказать. Люди приезжают сюда полюбоваться пейзажем. Не думаю, что они в курсе того, на что они смотрят. Расскажите о себе. Вам нравится Ирландия? Где вы остановились? В конце улицы, а не в отеле у Костелло. У Костелло? Что вас заставило сделать такой выбор? Мы увидели вывеску отеля. А что, какие-то проблемы? Не обращайте внимания. Мистер Костелло – старый приятель моего отца. Они оба служили в полиции. Моя мама имеет в виду, что это не совсем отель. Да, мама? Нет, на мой взгляд, нет. Поверите, что у них там до сих пор играют диско. Должна признать, по вечерам бывает несколько шумно, да это всего лишь на пару дней. Послушайте, вам двоим не стоит оставаться в отеле, когда у меня есть свободная комната. А вы уверены? Правда? Вы можете расспрашивать меня о чем угодно, а я пересмотрю все, что у меня есть. Вы не уедете домой ни с чем. Что ж, только если вы абсолютно уверены, возвращайтесь утром, я подготовлю вам комнату. Этна, можно вас сфотографировать? Меня? Ой, нет, лучше Брайана и Джека. Изумительно. Здорово. Я подброшу вас. Увидимся утром. Они должны быть здесь, а не рассказывать наши семейные тайны, типа вроде Денниса Костелло. Ну так почему его отослали в школу? В моем присутствии дома про Шона никогда не говорили. Ему было 10 лет. Его отправили в школу. В ремесленную школу, и никогда о нем не упоминали. Думаю, разговоры о нем разбивали сердце моей матери, даже его имя разбивало ей сердце. Это ее расстраивало, понимаешь? Ты забираешься так далеко, а потом ничего. Настолько далеко забираешься, только в интернете. Может, Этна что-нибудь отыщет? Да, но она уже сказала, что ничего не знает. А ты не можешь найти больше сведений, Джек, как полицейский? Ты не можешь просить Джека о таком. Нет, все в порядке. Я бы хотел помочь по мере возможного. Ну вот. Это здорово, отлично. Спасибо, Джек. Одно на дорожку? Нет, мне не надо, спасибо. Повторить? Для него это многое значит. Слишком много. Мне кажется, Брайан чересчур много напридумал себе об отце. Если Брайану что-то втемяшится в голову... А вы давно знакомы друг с другом? 7 лет. Это же почти так же, как быть женатыми.
Вряд ли. А вы? Женат? Я? Нет. Были серьезные отношения кое с кем, но это ни к чему не привело. Она жила в Дублине и не захотела сюда перебираться. Будем здоровы. Будем. Если оставишь мне свой имейл, я пришлю тебе эти фотографии. Чудесно. Кстати, вы сможете нормально поспать. Здесь сегодня не будет никакой музыки. До завтра. Да, до встречи, Джек. Что ж, если парень где-то натворил дел, сейчас это не в счет. Ты даже не уверен, что он убийца. Симус Девлин умер от сердечного приступа, но патологоанатом считает, что синяки на его груди могли этому способствовать. Рори что-то забрал из дома, так что все, что найдешь, деньги, обрывки бумаг, оружие, ясно? Поговорим позже. Полиция. Джек, выпьешь кофе? Нет, спасибо. Заходи. Чем могу помочь? Думаю, это чем я тебе могу помочь. Этот старый пердун забрал мой мобильник. Полегче. А разговорчик у него еще тот, да? А сколько он там пробыл? Ну, какую-то часть ночи. Я обнаружил его в баре дольше, чем ты думаешь. Ты пришел сюда выпить? Я укрывался от дождя. Может, организовал вечеринку в Макленче? Поднимайся. Он меня похитил. Ты должен его арестовать. Я защищал свою собственность. Ты продержал его здесь всю ночь? А что, мне надо было вытаскивать тебя из постели? Да, надо было. В следующий раз, когда буду делать тебе одолжение, я это припомню. Не думай, я не собираюсь выдвигать обвинения, а ты его просто так отпустишь после всего? Ты хоть понимаешь, кто он? Это бывший инспектор полиции, боже мой. Пол Макленче подставляет себя под удар из-за тебя. Пора перестать водить людей за нос и начать говорить правду. Джек, куда направляешься? Хотел лишь заскочить и выпить кофе. Нашел что-нибудь? Нет. Ладно, после того, как выпьешь свой кофе, проверь Девлина. Приводы в полицию, армейская служба, все что угодно. Хорошо. Привет, Деннис. Финбар. Оставь свои сапоги у двери. Ты что, в поход ходил, что ли? Не спрашивай. Вот где у меня это.
Он начинает изводить тебя, понятно. Так, расскажи, что парень на этот раз натворил. Вломился сюда прошлой ночью, когда я уже был в постели. Я обнаружил его в баре, такая наглость с его стороны, видишь? Да, и что ты сделал? Произвел гражданский арест, пока не прибыл твой босс. Если ты хочешь уважения, то сам должен раздавать приказы. Вместо тебя. Скажи ему, что тот тупой идиотский, потише. Прости, его офицер по надзору уже должен быть здесь. А ты хорош. Перешел уже все границы, да? Ты ведь не знал, что он сбежал, да? Я не могу следить за всеми всю ночь напролет. Я велел тебе присматривать за ним. Я вам обоим сделал одолжение, не арестовав его еще вчера. Но что же мне надо было сделать? Приковать его цепью к кровати? У нас тут не тюрьма. Давай я еще раз позвоню его офицеру по надзору. Восхитительный вид, правда? Никогда не задумывался, почему все из кожи вон лезут, чтобы помочь тебе. А вам разве за это не платят? Значит, мы все тут простачки. Вам не стоило сюда карабкаться, знаете ли. Случись что, страховки вам не видать. Меня это не касается. А вот тут вы ошибаетесь, это касается всех. Там, где работает мой отец, их заставляют проходить тест. Умеешь ли ты мыть руки как надо? А где работает твой отец? На нефтяной платформе. Значит, его подолгу не бывает дома, да? Да. Братья или сестры есть? Мой старший брат служит в армии. Другой танцует в балете. Что, правда? Так и на кого же ты похож? Что, убийца или голубой? Ты же знаешь, о чем я. Они оба работают, а вот тебя прислали сюда. Нет, я добровольно сюда приехал, чтобы мама передохнула, я ее расстраивал. А теперь наградил ее другой головной болью. Но я же не виноват, да? Вы ведь думаете, что здесь классно, но это не так, здесь дерьмово. Вы не можете делать, что хотите, и вы должны делать то, что от вас хотят. Рори! Этот парень, да? Маглинча. Лангома. У тебя ведь вообще тормозов нет, да? Честно. Говорю вам, если он ко мне полезет, я его прибью. Какое-то происшествие. Его офицер по надзору не может сюда приехать. Что не оставляет мне никакого выбора. Мне придется допросить его. Пошли. Я сказал ей, повышение означает переезд. То есть нам в действительности нужны деньги, правильно. Но она всего так и не осознала. Тебя никуда не отправят. Да расскажите ей про это. Новая школа для детей, никаких друзей, никого из ее семьи поблизости. Понимаете, у нее нет ни малейшего представления о переменах. Думаю, это всего лишь часть после родовой адаптации, которую она преодолевает. Тебе следует быть поосторожнее. Надо было сказать ей, что новые должности пока не распределяют, сокращения. Она всегда вскрывает почту. Новое назначение хорошо, когда у тебя есть связи. Скажи, прежде ведь твой отец служил здесь, в полиции, и мог немного улаживать дела. А у тебя связи нет, да? Говорю же тебе, на этой работе никуда не продвинешься, если у тебя нет друзей. До тебя до сих пор не дошло? Знаешь, что я думаю? Я думаю, ты себе не поможешь, пока ты напуган. А вот здесь вы не правы. Да я всем этим занимался, скалолазанием, серфингом, спуском на каноэ, да? Да это же расплюнуть.
Куда это мы едем? В ремесленную школу Святого Августина. Ты когда-нибудь бывал в исправительных учреждениях для малолеток? Нет. Не в таком уж далеком прошлом, если ты был беден. Если твоя семья не могла себе позволить содержать тебя, или если у тебя были проблемы с полицией. Вот в таком месте ты мог в итоге оказаться. Оглядись хорошенько. Уже огляделся. Недавно я обнаружил, что мой дядя был сюда отправлен. А что натворил? Ограбил банк? Нет. Украл плитку шоколада. Ему было 10. И он прожил тут до 16 лет. Он больше никогда не виделся со своей семьей. Должно быть, сильно не повезло парню. Им ни за что не засунуть меня в подобное место. Не даже за плитку шоколада. Что, просто уйдешь? Сбегу. Ты бы не смог далеко уйти. У тех детей не было даже приличной пары обуви на ногах. Их кормили едой, от которой отказалась бы собака. Тебе ведь все это неведомо, да? Он не мой дядя, ясно? Возвращайся в машину. Я голоден. Куплю тебе что-нибудь. А, как поживаешь, Джек? Привет, Эйн. Послушай, ты не встречалась с пожилым человеком Симусом Девлином, жившим рядом с Финмой? Боже, я слышал, что с ним произошло. Так ужасно. Да, он бывал тут пару раз, но в основном заказывал доставку на дом. Как он платил? Всегда наличными. Так значит, никаких оплат через банк или что-то наподобие нет. 1.50. Ничего такого, что могло бы натолкнуть меня на мысль, кто он такой? Прости. Но ты должна была разговаривать с ним. Но он не был особо разговорчивым, спасибо. Он был старым человеком, они все любят поговорить. Но не он, у меня сложилось впечатление, что он был немного затворником, понимаешь? Да кто бы подумал, чтобы старый человек и сам по себе... Что ж, если вспомнишь о чем-нибудь еще, разумеется. Джек... Кто-то говорил, что какое-то время он жил в Лимерике. Это важно? Должно быть. Спасибо. Увидимся. Привет. Я видел, как ты припарковался. Мне интересно, не нашел ли ты же что-нибудь? И что мне с этим делать? Похоже на то, что твой отец был принудительно направлен в школу. Семьей? Нет, властями. Он мог огрести неприятности. Так это было наказание? За кражу. Раньше это называлось журналом правонарушений. И что же он украл? Шоколад. Он украл плитку шоколада. Ты шутишь? Сослать прочь из семьи на 6 лет за плитку шоколада? Боже, это же ужас. Таковы были порядки, раз уж добрались до него. Однако это уже прогресс, то, что ты уже что-то нашел. То есть определенно что-то должно было быть, разумеется. Должно было быть, ты же понял, где надо искать. Видишь, что получается, когда у тебя есть связи? Отлично сработано, Джек, здорово. Я вас предупреждала? Он должен быть отличный торговый агент. Не позволяй ему над собой издеваться. Нет. Увидимся позже. Когда закончишь, не забудь прибраться.
Сержант Дрискол. Здравствуйте. Спасибо, что дали знать. Значит, ничего вообще. Нет, это может быть важным. Вообще-то, раз уж я с вами разговариваю, не могли бы вы проверить другое имя? Шон Дойл, дата рождения 21 сентября 1944 года. Нет, я подожду. У Симуса Девлина не было тюремных сроков. Что-нибудь нашел по его пенсионному фонду? Все еще жду ответа. Послушай, там позади есть еще куча мусорных мешков, если тебе нужны. Ладно. Нет, я все еще на линии. Это точно? Замечательно. Можете продиктовать мне адрес? Нет, спасибо. Это здорово. Спасибо большое. Это насилие. Он опять этим занимался, воровал. Что он здесь делает? Я искал туалет, ты прекрасно знаешь, где он. Отвали от меня. Ты на что уставился, педрила? Кто это с тобой так, Рори? Отвали! Мы с тобой оба окажемся портовыми грузчиками. Почему ты еще не предъявил им обвинение? Для этого нам нужен компетентный представитель. Ладно, я тебе такого достану. Давай займемся работой и уберем его отсюда, но не сейчас. Мне нужно заботиться кое о ком в первую очередь. Семейные дела. Сразу как только я вернусь. А пока что? Ты за главного. Просто приглядывай за ним. Я не дам ему испортить мой шанс на повышение. Нам лучше поискать того, кто оставил на его теле такие отметины, прежде чем он покажет на нас. Добрый день. В какой он комнате? Вверх по лестнице и направо. Хорошо. Шон Дойл, вы собираетесь арестовать меня? Нет. Я здесь не за этим. Так работал мой отец. Я знаю, что он вам причинил, Шон. Я Джек Дрискол. Сын Этны. Вашей Этны. Я здесь не потому, что вы что-то сделали. Дело касается вашей семьи. В 70-е и 80-е отец арестовывал и преследовал Шона. Брайан, это Шон. Твой отец. Так ты знала об этом? Ты поэтому молчала? Это не имеет никакого отношения к Джейми. Почему ты вернулся, Шон? Мое время скоро выйдет. Где еще я бы смог обрести покой? Брайан, мы приехали сюда что-нибудь разузнать о твоем отце. И посмотри, что мы обнаружили. Эти люди теперь твоя семья. Говорю же, это здорово. Он жив. Я не знаю, что еще вам сказать. Мне нужно знать, почему ты ушел и почему ничего мне не сказал. And that's all next Thursday at the same time. Next on ITV1, it's the news at 10 in just a moment. ITV2 have the script and the Foo Fighters in tonight's slice of the iTunes Festival. And poor old Inspector Morse falls foul to the pangs of unrequited love. It's a feature-length case on ITV3.